Не за горами зима, и нас в который раз ожидает эпидемия гриппа, к которой готовиться надо заранее. Наиболее оптимальным временем для проведения вакцинации является период с октября до первой половины декабря. Зачем необходима осенняя вакцинация, расскажут наши корреспонденты. Все мы склонны недооценивать опасность гриппа, а между тем именно его осложнения считаются самыми тяжелыми. И часто как раз этот нестрашный грипп приводит к самым неблагоприятным исходам, особенно у детей, людей старшего возраста и тех, кто имеет ослабленный иммунитет. Самый лучший способ справиться с болезнью – это профилактика. Прививку необходимо делать, чтобы в зимний период, в период эпидемии гриппа, дети не заболели гриппом. Прививка может предотвратить заболевание у 80-90% детей и взрослых. Если болезнь все же развивается, то у привитых она протекает со значительно меньшим количеством осложнений. Делаем вакцинацию гриппом плюс. И в том году этой же вакциной проводили прививки. Вакцина эффективная, потому что дети, которые привиты, не болеют во время эпидемии и при массовых заболеваниях ОРВИ и гриппа. С каждым годом в преддверии осенне-зимнего сезона все больше детей прививаются от гриппа. В этом году только в 5-й школе, где побывала наша съемочная группа, будет привита около 600 школьников. Благо, все больше людей задумываются о своем здоровье и здоровье своих близких. Славянская центральная районная больница приглашает всех жителей города и района на бесплатную вакцинацию против гриппа. Жители района могут обратиться в лечебное учреждение по месту жительства с 8 до 15 часов. Взрослое население в поликлинику номер 1 и номер 2. Вакцинация детей проводится в детской поликлинике по вторникам и четвергам в Дни здорового ребенка. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».